Имам Али Рахмон подписал поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за применение сим-карт в так называемых экстремистских и террористических целях, сообщает пресс-служба президента страны. Отныне к ответственности будут привлекаться в том числе лица, которые передают свои сим-карты тем, кто использует их для совершения преступлений. На данный момент в соответствии с постановлением правительства Таджикистана о порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними, в обязательном порядке проводится кампания по перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца до 15 августа 2019 года. Сим-карты, владельцы которых не успели перерегистрировать свои номера, будут заблокированы. Эксперты считают, что такая формулировка, как применение сим-карт в экстремистских и террористических целях, может означать лишь то, что власти решили еще сильнее ужесточить уже и так тотальный контроль за информационной сферой. Ведь ни для кого не секрет, что интернет является для жителей страны единственным источником объективной и правдивой информации, а значит, он представляет серьезную угрозу для режима. Напомним, что власти Таджикистана в течение последних лет проводят целенаправленную политику усложнения доступа населения к интернету. В частности, в апреле этого года они попытались поднять цены на доступ к всемирной паутине в 2 раза. Однако им пришлось отменить данное решение после широкого резонанса и начала масштабной кампании против режима. We'll be right back.